Челябинцев напугали опасные игры со львенком. Пренебрегая безопасностью, их устроил дрессировщик передвижного зоопарка прямо на окраине северо-запада. Эти кадры сняли очевидцы. На них дрессировщик резвится с диким животным. Такие игры посчитали пользователи соцсетей опасные. Хоть львенок еще маленький, но он хищник и может нанести серьезные увечья. Челябинцев обеспокоило и состояние животных, которые проживают в передвижном цирке. Вскоре такие передвижные зверинцы окажутся вне закона. Напомню, Госдума в декабре прошлого года приняла закон об ответственном обращении с животными. По нему контактные зоопарки и такие цирки обязаны будут получать лицензию.